Доброго времени суток зрителям и случайным гостям нашего канала. С вами Рости, и я вновь вернулся к вам. Прошу прощения за долгое отсутствие, за очень долгое отсутствие, за мой больной голос, потому что я немножко простыл, но пришло время все-таки снова с вами услышаться. Сегодня мы с вами посмотрим игру под названием «Зов Ктулху», и если вам эта рубрика, эта игра понравится, давайте попробуем ее пройти. Игра вышла совсем недавно, я на нее наткнулся тоже совершенно недавно и сразу же ее решил скачать, точнее купить в своем любимом магазине, то есть в интернете. Значит, давно, честно, давно с вами уже не общался, давно с вами не слышались и даже не знаю, что мне можно вам нового рассказать. И давайте, наверное, просто попробуем поиграть в игру, и я буду молчать максимально по поводу своих глупых комментариев, которые никому не нужны. Значит, мы играем за, вроде не ошибаюсь, Эдварда Пирса. Это частный детектив, который должен расследовать определенное происшествие с семьей, загадочное происшествие с семьей, которое все вместе весело погибли, и мы должны будем это с вами расследовать. Это такой как квестовая приключенческая игра, назовем это так, с элементами хоррора, как я подозреваю. Если честно, в общем, будем делать я Ктулху в танк, будем бежать от Ктулху, искать его. В общем, правда, как по мне, это не сильный хоррор, потому что он очень мультяшный. Вот сейчас, как я понимаю, у нас какие-то голюны нас преследуют. В общем, проходим краткое обучение о том, что типа как бежать, как идти, как взаимодействовать. Главное все делать на Е. Отличные у нас были галюны. Галюны закончились. Мы с вами вернулись, наверное, как я понимаю, в настоящее. Мы снова трезвы в своих побуждениях. И давайте осмотримся. Как я понимаю, это, наверное, наш кабинет, немножко подгулявший с плесенью сверху, но, думаю, пойдет. Так. I used to be an avid reader. Я, наверное, не буду читать его комментарии, вы их прочитайте сами, ну, а документы или какие-то важные заметки я, наверное, буду озвучивать. Очень миленько можно открывать всякие штуки-дрюки. Been too long since I've slept in a bed. Бедный парень давно не спал. У нас же герой по легенде, герой Первой мировой войны. Holding your position and obeying orders, that isn't courage. Так, the Wentworth Agency doesn't attract top-notch cases. Возможно, я очень сильно переживаю, что у меня будет фон. Married woman runs off with her girlfriend. The husband couldn't understand it. Вот. У меня будет фон от микрофона. Возможно, большинство времени игры я буду его выключать, свой микрофон, во время диалогов, чтобы он не мешал вам. Так, закрытое дело. Муж так и не понял, что его жена его бросила. Он мне звонил еще несколько дней после завершения расследования. Так. Типа старое дело, нам неинтересно. Natural sciences, linguistics, archaeology. A good old story of blackmail in a speakeasy. Так, это раскрытое дело. Нанявшему меня владельцу бара мне понравилось, как я закрыл дело. Но если ты нарушаешь закон, сложно спорить с честным детективом, который собрал доказательства твоей вины. Ничего интересного пока здесь не вижу. Давайте выключим это блядское радио. Оно меня раздражает. I should get rid of all this stuff. Ну да. Батюшки нам звонят. It's been a while since I jotted down something other than my nightmares.
записная книжка. Итак, что тут у нас? Октябрь, 20 число 1924 года. Детективное агентство Пирса. Врач может сколько угодно твердить, что лекарство от воспоминаний мне больше не нужно. Но я знаю, что они вернутся, если я перестану принимать таблетки. Наверное, однажды утром я просто не проснусь. Оптимистичный настрой, конечно. Несмотря на лечение, я снова слышу голоса в своих снах, но теперь они новые, незнакомые. Голоса словно доносятся из древней бездны. Что за безымянная тварь вызывает ко мне? Ну, конечно же, это Ктулху, дружище. Ага, это меню, наверное, персонажа, Пирс. Батюшки, как тут все тяжело. Ладно, сейчас будем со всем разбираться, будем по очереди. Что тут у нас? Виски, да? Выпить или не пить, или не пить? Вот в чем вопрос. Давайте будем трезвым хлопцем и не будем пить. Мы за ЗОЖ. Мы за ЗОЖ. Так, телефон. I'm listening. Are you Edward Pierce, private investigator contracted by the Wentworth Detective Agency? That's correct. Hello, Mr. Pierce. I'm Lucy Sherrifield, in charge of investigators over at Wentworth. I'm calling because of a problem with your file. A fire has destroyed some of our documents. Is that right? I'm so very sorry, but I have to collect your personal information yet again. Как я подразумеваю, это настройка персонажа. Так, распределите очки персонажа. Каждое очко позволяет улучшить какой-нибудь навык. Что тут у нас есть? Сила, медицина, оккультизм, психология, поиск, расследование, красноречие. Один, медицина. Как-то у нас оккультизм. Медицины немножко страдают. Давайте, наверное, красноречие нам поможет в наших будущих делах. Да сколько ж тебе надо вкачать-то? Психологию давайте немножко поднимем. Батюшки, как все тут? Ну, вот так вот, поиск. Поиск отражает вашу способность находить спрятанные предметы. Большой шанс найти скрытый объект. Понятно. Психология отражает ваше понимание человеческой натуры. Оккультизм отражает ваши познания в оккультных науках. Медицина отражает ваши познания в этой области. Развитие этого навыка увеличивает шанс верно определить дозу лекарства, поставить диагноз и разобраться в медицинской проблеме. В общем, я думаю, вот так вот супер-пупер будет, не знаю, правильно, неправильно. Да. May I raise a sensitive question? What's wrong? As you know, we wish to closely monitor the progress of our contractors. And it would seem you've been accepting fewer new cases. Work is scarce. Mr. Pierce, you know as well as I do, there's never been more investigative work than now. But are those cases worth it? They're worth not losing your license. Show yourself worthy of the Wentworth Detective Agency. And we might keep you on the payroll. Mr. Pierce, are you still... I'm coming. Sir, I came here on the advice of a person whom I hold in high esteem. And I must say that I expected anything but a drunkard's lair. You're free to leave anytime, sir. Do you know to whom you speak? Stephen Webster, industrialist and art collector. All of Boston knows you. Tell me, Mr. Pierce, are you capable of handling a new case, or are you simply a deadbeat inebriate? If you come to me, it means you're desperate. Nobody believes me. They take me for an old fool. Sarah, my little girl, she is dead. Even you must know of her. She was Sarah Hawkins. The painter? Yes. Everyone knows her work. The police accuse her of killing her family. They all died in a fire. Sarah, her husband, and Simon, my grandson. I can't do anything for a woman who is already dead. Find out the truth. They say she was mad, but I know that's a lie. She would never have done such a thing. But if you have no proof... I've brought all that I have. Look.
I want you to look carefully at this painting. Tell me all the assumptions that come to mind. What am I supposed to find? Tell me if this is the work of madness. Or if, on the contrary, you manage to detect some logic, a rationality to follow so that I may understand it. Is that all you want from me? Yes, please. All right. I'll look at your picture. That's all you've got? The painting? I placed a file on your desk. It contains everything I have on the affair. Ну, давайте теперь разберемся. Так, задача записной книжки. Не успел прочитать. Честно, не успел. Основная задача. Смотрите картину, знакомьтесь с досье семьей Хокинс. Давайте сначала... A warehouse on Dartmoor. Some sketches of the Hawkins family. Rather thin. Так, папка с делом Сары Хокинс. Транспортная заметка. Часть текста не разобрать, но кое-что почитать удается. Склад 36, Darkwater. Полицейский отчет. Тут говорится, что все члены семьи погибли, а пожар начался в столовой. Полиция заключила, что это был несчастный случай, но при этом в отчете упоминается, что Сара Хокинс была психически неустойчива. Почему? Блядь, действительно, почему? Уважаемые знатоки, вопрос. Почему? Газетная вырезка. Статья рассказывает о браке Сары Хокинс в девичестве Уэбстер. Господи, у них фамилия вообще. А Чарльза Хокинса, бизнесмена с острова Darkwater, они ведут затворческую жизнь на удаленном острове со своим сыном Саймоном. Обалденно, очень полезно, если честно. Я счастлив. Дневник. Давайте дневник почитаем. Так. Это мы читали. Несмотря на лечение, я снова слышал голоса в своих снах. Читали. Так, сразу после трагической гибели Сары, я не буду их фамилии читать, давайте просто по именам Сары. Ее отец получил странную картину, написанную дочерью незадолго до смерти. Он принес картину мне, потому что уверен, что ее прислала сама Сара. В мою контору явился богатый промышленник Стивен. Он хочет, чтобы я занялся делом его дочери Сары, которая погибла во время пожара вместе со своей семьей. Полиция это дело уже закрыла. Мне нужно посмотреть документы, которые он собрал. Документы я уже глянул. Давайте глянем теперь картину. Что это за символ? Hawkins breathed a message into it. So, Mr. Pierce, what do you make of these elements? Так, что же мы думаем? Давайте сначала узнаем. По порядку, короче, будем действовать. Сначала там говорилось о складе, давайте узнаем. The sender's label mentions warehouse 36. That's right. It came with Sarah's last painting. And you think your daughter could have been the sender? That is what you must find out. Go to Darkwater. Find warehouse 36. То уже не я побежал. Волосы развиваются на склад. На ваш этот остров никому не нужен. Так, в отчете говорится о психической неустойчивости. Давайте за это узнаем. You must tell me if what the police suggest about the mental state of your daughter is true. No. Sarah had visions. Everyone knew that. She never would have hurt a fly. She only thought she saw things. Saw things? What do you mean by that? I never knew what she meant by that. My daughter was an enigmatic figure, Mr. Pierce. You must find out the truth about her life and death. Хорошо. Так. Darkwater. Never heard of the place. Where is that? It's a small, remote island off the coast of Boston. Sarah lived there with her son and her husband. I suppose you want to ship me off there. Darkwater holds the secret regarding my daughter, Mr. Pierce. You must uncover it. Так, к этой картине нужно отнестись серьезно. The meaning could be exactly as it appears. I think your daughter is sending you a message. That's what I believe, too. It was 3 months ago that I received the call from the police telling me of my daughter's death.
And yet a short while after, this painting was delivered to my home. The painting is linked to this case, can't you see? You must find the meaning behind all this. Her husband was a big deal on the island. But the police are sticking to the accident theory. Though they mentioned Sarah's mental state was fragile. I believe you are right, sir. This case is not as simple as it appears. I am aware of that. I believe there is more to this case than just an accident. I'm beginning to understand. I'm willing to do anything for my daughter to recover her honor. Quiet down. I'm on your side. Let's sum things up. An artist dies with her family in a house fire. Your only clue is a sort of promontory painting sent from Darkwater right before her death. Correct. And the rumors about her supposed folly. Which you don't totally deny. Find that warehouse. Find out the truth regarding Sarah Hawkins' death. You'll be handsomely compensated. All right. I'll take the case. I'll go to Darkwater and look into the death of your daughter. Thank you, Mr. Pierce. I didn't expect any less coming from a man in your situation. Something's queer. But it's not like I have a choice. Darkwater. I think I've got a book on the North Atlantic. I'll no doubt find some information on this island in there. Так, основные задачи. Отправляйтесь на Darkwater и дополнительные задачи узнаете про остров Darkwater. Ну, давайте сначала узнаем, потом отправимся. Ну, тут, в принципе, все уже обыскал, тут ничего такого не было. Natural sciences, linguistics, archaeology. Darkwater is off the coast of Boston. But I've never heard of it. According to this book, it was often mentioned during whale hunting times at the end of the 19th century. But it seems to have been shunned since then. Итак, остров Darkwater населен с 14 века, и на нем до сих пор можно найти множество следов пропавших племен. Но пусть романтика этих наивных и примитивных верований не обманет вас. Не забывайте, какими жестокими были местные боги. Изображения гигантского существа все еще украшают стены давно заброшенных пещер. Откуда пришло к своим почитателям это божество, из моря или из безумных сновидений? Никто не знает ответа. Но современные обитатели острова, сыновья и дочери гордых китобоев, все еще помнят таинственную и волнующую историю крохотного клочка суши у берегов Пиздец, блядь, еле прочитал. Извините, пожалуйста. I just hope that I can find a boat able to take me to Darkwater. Все, я хочу уйти отсюда. Пирс взял дело. Вы сами знаете, кого, не будем называть эту фамилию. Проклятую художницу обвиняют в том, что устроила пожар, который убил ее вместе со всей семьей. Единственная улика – это страшная картина, которую она отправила отцу. На транспортной этикетке был указан адрес склада, расположенного в доках острова Darkwater. Именно с этого места Пирс и начал расследование. Ну что же, погрузимся в безумие.
who's there. Stay on board. There's guys coming to unload. Welcome to Darkwater Island, Mr. Pierce. Why, thank you, Captain Fitzroy. So, what wind brought you? Does the Hawkins case mean anything to you? A sad story that we would all prefer to forget. Charles Hawkins may have been a landlubber, but he was a good man. And his wife, Sarah Hawkins. A nice young woman, and a great painter. What a tragedy. You know what? Go have a drink at the Stranded Whale. What you need is a good pick-me-up. Mitchell may not be very welcoming, but his bar holds a surprise for you. As for me, you'll find me at the Harbor Master's office. If it's the Hawkins family that brings you here, I have a pile of documents that should interest you. Understood. I'm going for a look around the docks. Собственно, мы с вами приплыли на этот остров. И, наверное, на этом будем заканчивать наше видео. Спасибо за просмотр. Если кто-то действительно это видео посмотрит, спасибо за лайки и дизлайки. Не забывайте их обязательно ставить. Возможно, это не самое эффектное мое появление за столь долгое время, мое отсутствие. Но, ребят, просто игра реально заинтересовала и хотел с вами ею поделиться. Если вам она тоже понравилась, давайте снимем серию прохождения этой игры или пройдем ее на стриме. Опять же, если это кому-то будет интересно. Ну, а с вами был Росси, это был канал Роли Гейм Онлайн. Всем пока и до скорых встреч. И берегите себя.